Сегодня к нам в токарку приехал блок от двигателя Cummins ESF28. Это турбодизельный мотор объемом 2,8 литров. Устанавливается он на Газели, как бизнес, так и Next, на Соболя. Устанавливался раньше, до санкций. Мотор, в принципе, очень хороший, ресурсный. Тут, конечно, задир очень сильный. Тут прям такое ощущение, что поршень был прихвачен от перегрева, и потом он еще работал по перегреву. То есть прям алюминий остался на чугуне. Да, блок, кстати, чугунный полностью. Проблема данных моторов заключается в том, что на них нет ремонтных поршней. То есть это мотор, по сути, одноразовый. Но есть возможность этот мотор отремонтировать. Мы его гильзуем. Хона нет, кстати. Абсолютно лысый. Четвертый и третий цилиндр задраны. Конкретно. Второй и первый не задраны, но без хона. А вот перед нами блок двигателя Ивеко 2,2 литра, который устанавливался на УАЗике. Не на Хантер, не на Патриот он устанавливался тоже. Досанкционный мотор. Чугунный блок. Тоже был задиром, но он уже загильзован. То есть этот двигатель отремонтирован. Хон на месте. С поршнями также на этот двигатель проблема. Очень дорогие. Ремонтных нет. Поэтому также он гильзуется. Ну, плюс данного мотора в том, что у него очень толстые стенки, в отличие от Cummins. Поэтому гильзы тут будут ходить намного дольше. Ему даже не так страшен будет перегрев, либо там перелив солярки, то есть повышение температуры в камере сгорания. Он это все переживет. А вот Cummins, конечно, после ремонта уже... Нет, у него будет ресурс, но не такой большой, как до ремонта. Хотя я слышал, что они ходят по 400 тысяч больше без проблем, но до ремонта. Соответственно, после ремонта он может пройти 200 тысяч спокойно.